Привіт усім! Це фітнес з відкритим та Hello Body. І ми вийшли на вулицю. Чудовий дощик накрапає, але він нам не заважає, тому що сьогодні я вам з задоволенням представлю Майю Стюпан. Майя не просто фітнес-тренерка, ви, мабуть, її знаєте, бо вона срібна чемпіонка України з пул-денсу. Маєчка, рада, що сьогодні ми зможемо зробити декілька вправ і покращити своє почуття. Мені дуже приємно знаходитися тут з вами. И никакой дождик нам, естественно, не помеха, потому что мы в бодром настроении и сейчас будем выполнять маленький, но очень полезный комплекс упражнений, где будет задействовано, в принципе, все тело с небольшими элементами растяжки. Итак, предлагаю начать с головы. Недавно я начала практиковать такое упражнение, как алфавит. Это очень интересное упражнение. Нам нужно головой рисовать именно не печатные, а прописные заглавные буквы. А, Б. Мы рисуем медленно, не спешим. Цікавий такий підхід, клас. Да, здесь главное брать хорошую амплитуду. Теперь опускаем плечи и прижимаем голову сначала в одну сторону, затем в другую сторону. Немного смягчаем колени и прижимаем голову вперед. Хорошо. Теперь идут плечи. Раз. Два, три, четыре и обратно. Пять, шесть, семь, восемь. Локти. Раз, два, три, четыре и обратно. Пять, шесть, семь, восемь. Теперь фиксируем низ и двигается только верхняя часть корпуса. Тянемся. Раз, два, три, четыре. Теперь мы группируемся и сводим лопатки. И группируемся, и раскрываемся. Три, четыре, пять. Хорошо. Теперь сзади берем руки в замочек, сводим лопатки, прогибаем спину и делаем легкую пружинку. Стараемся как можно выше поднять руки. Тянем плечи немножко. Отлично. Теперь прижимаем. Держим себя за локоть и прижимаем руку. Стараемся не сутулиться. Хорошо. И перед собой точно так же тянем руку. И здесь важно, чтобы плечи были на одном уровне. Мы их опускаем, ни в коем случае не заворачиваем. В одну сторону потянули. И то же самое делаем на другую сторону. Сначала притягиваем себя за локоть и перед собой. Теперь мы будем делать наклоны. Берем небольшой замах наверху и уходим вниз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. И на десятый остаемся внизу. Десять. Можно взять себя изнутри за голень, притянуть. И легкая пружинка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь потянемся к правой ноге. Теперь потянемся к левой ноге. Теперь поставим руки посередине и скручиваемся сначала в одну сторону,
Смотрим на свою ладошку и стремимся за ней развернуть корпус. И точно так же в другую сторону. Отлично. И берем себя за локти и еще допружиниваем немножко вниз. Когда мы тянемся, очень важно дышать медленно і тягнутися на видохи. Чи залежить це, наскільки широко ми можемо поставити ноги? Якщо ми спокійно достаємо локтями до землі, то ноги потрібно поставити уже. А, вище, ага, ясно. Якщо нам ще далеко, то ми ставимо пошире. Хорошо. Поднимаемся. И сейчас мы будем делать приседания в ножницах. Здесь очень важно, чтобы ваше колено не выходило за носок. Поставьте ноги на удобном расстоянии, чтобы вы хорошо держали баланс. И приступаем. Корпус держим ровно, не сутулимся, руки перед собой. И поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8. И меняем. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Хорошо. Здесь мы можем варьировать количество повторений и подходов в зависимости от того, сколько у вас свободного времени и для чего вы делаете эту разминку. Если это обычная утренняя зарядка, здесь, в принципе, достаточно сделать по 8 повторений на каждую ногу. Если вы делаете это как полноценную тренировку, вы можете сделать 3 подхода, например, 15 повторений. Либо, если это просто разминка перед растяжкой, то тоже вы смотрите, сколько вам нужно, чтобы разогреть мышцы. Итак, мы наклоняемся, ноги вместе, мы их сгибаем в коленях, руки ставим по сторонам, спина ровная. И сейчас мы стараемся выпрямить ноги и при этом не отрывать живот от них. То есть мы выпрямляемся и стараемся. Дуже гарна вправа, бо вона змушує наші м'язи задньої поверхні ноги розтягуватись максимально. Да. Відчувається. Ми как раз тягнемо задню часть бедра і підколінну мышцу. Главное, не отривайте пятки от пола. І краще, мабуть, не дуже різко це робити, бо можна так зірвати собі. Да, вообще любые упражнения на растяжку действительно нельзя делать резко. Нужно обязательно делать их на выдохе и очень плавно. Скільки разів краще? Опять же, это варьируется в зависимости от того, для чего вы это делаете. Ну, в среднем 15 должно быть достаточно. И после последнего повторения мы остаемся, можно обнять себя за колени, либо просто притянуть себя руками к ногам и зафиксировать позицию. Хорошо. И поднимаемся. Последнее упражнение, которое я хотела бы показать, это приседание сумо. Здесь очень важно развести носки в стороны, и ваши колени должны смотреть туда же, куда и носки. То есть очень важно для того, чтобы суставам своим не навредить, чтобы носки и колени смотрели в одном направлении. Спину мы держим ровно и приседаем. И смотрите, когда мы делаем приседание, мы делаем вдох, когда мы поднимаемся, мы делаем выдох. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще? 9. Да, стараемся присесть как можно глубже. 10.
Отлично. Маєчка, дуже вдячна. Насправді відчувається легка така втома, бо зробили. Ось, ну і розтягнення м'язів – це дуже важливо для кожного з нас, бо ми хочемо бути гнучкими, гарними. І це дуже корисно як для чоловіків, так і для жінок. Тому дуже дякую. Сподіваюся, що ви будете робити ці вправи разом з нами і, звичайно ж, без нас. Тому приєднуйтесь, дивіться нас ще. Па-па-па-па, зустрінемось!